Всем привет, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании GTC на 156 предметов. Код товара H156CR72. Есть такой же самый набор, это в черном кейсе. По комплектации они совершенно одинаковые. По качеству, по комплектации это один и тот же набор, только GTC сейчас начинает выпускать наборы свои в красных кейсах. То есть наборы уже практически все идут в красных кейсах. Ну и не исключением стал набор 156 предметов. GTC это профессиональный инструмент, хорошее качество, хорошие отзывы, производство находится на острове Тайвань. Поставляется набор в такой вот упаковке, комплектация набора указывается, развернутые две крышки, что находится внутри. Указывается, что производство Тайвань, и с обратной стороны также идет комплектация, только уже с прописным текстом. Ну, соответственно, все на английском. Гарантия на инструменты GTC пожизненная. Единственная гарантия не распространяется на биты. Биты это расходники, считается расходный материал. Начнем с трещоток. Два рабочих квадрата в наборе. 1,4 дюйма и 1,2 дюйма. Материал изготовления инструмента хромбанадиевая сталь. Трещотки на 72 зуба. Мелкий шаг. 1,2 дюйма. Трещотка 250 мм длина, под 1,4 дюйма длина 150 мм. Рукоятки здесь комбинированные, резина-пластик. Очень удобно сидят в руке, есть такие вот выемки под пальцы. Так, далее, трещотки разборные. У GTC продаются отдельно запасные трещоточные механизмы внутри, то есть вы можете заменить, если вдруг полетела трещотка. Ну, хотя, соответственно, тут нужно очень сильно приложиться, чтобы ее поломать. Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки на трещотке. И номер по каталогу. Каждый инструмент в наборе, каждая единица инструмента имеет свой номер. В данном случае трещотка 502, вернее сказать будет 5024B. По этому номеру в каталоге GTC, сейчас я покажу вам. Вот такой есть бумажный каталог у нас. Есть такой же каталог в PDF формате, вот по этому номеру вы можете найти в каталоге данную трещотку. То есть это подтверждает то, что у вас инструмент оригинальный. Трещотки 72 зуба, мелкий шаг. Далее молоток 500 граммовый, деревянная ручка, длина 320 мм. Рукоятка орех. Набор Г-образных ключей. Вот такой набор идет. Держатели пластикового. Здесь общее количество 9 штук. Ключи шестигранные. Вороток Г-образный. Длина, вернее Г-образный. Вороток шарнирный. Длина 360 мм. В наборе есть еще вороток Г-образный. Длина 255 мм. И вороток Т-образный. Длина 250 мм. Это под 1,2 дюйма. Под 1,4 у нас один вороток. Длина 150 мм. Г-образный вороток вы можете одевать головки на обе стороны. То есть, таким макаром крутить. Или вот так. Шарнирный, данная часть, вот шарнир, взаимозаменяемая, то есть тоже продается отдельно, если вдруг у вас полетело. Т-образный вороток. Если снимаем переходник, получаем удлинитель 250 мм. Данный удлинитель вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1/2. Это у кого есть дополнительно трещотка или вороток 3 восьмых дюйма. Таким же макаром снимаем переходник с удлинителя 150 мм по 1,4 дюйма и получаете удлинитель 150 мм под 1,4. Переходник вы можете использовать с 3 восьмых на 1,4. То есть использовать трещотку 3 восьмых по 1,4, использовать головки из набора. То есть так вот все универсально сделано. Можно было взаимозаменяемо все.
Так, далее. Отверточная рукоятка, длина 150 мм. Рукоятка здесь пластиковая. Есть квадрат подсоединительный. Можно подсоединять щетку. Или можете подсоединять сюда Т-образный вороток. Что-то нажимать, нажимать. Данная рукоятка применяется здесь через переходник. Вот такой адаптер есть. Одеваем на данную рукоятку и сюда вставляете биты. Получаем отвертку. Биты дальше покажу. Или можете использовать головками под 1/4 дюйма. Через удлинитель, в зависимости уже, какие работы вы проводите. Два кардана. 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Карданы здесь скреплены винтами. То есть они разборные. Можно заменить саму центральную часть. Здесь она выполнена черного цвета, то есть усиленная хромолиденовая сталь. Удлинители под 1/4. Я уже показывал удлинитель 150 мм. Еще есть у нас 50 мм маленький, 100 мм, 150 обычный я уже показал. И еще есть 150, это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Под 1/4 трещотку и вороток у нас 4 удлинителя в наборе. Под 1/2 у нас 2 удлинителя 250 мм, я уже показывал. И еще один короткий 125 мм. Так, теперь перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль. Головок есть шестигранные под 1/2 дюйма, вот этот ряд у нас идет. И ряд головок под 1/4 дюйма. Головки шестигранные под 1/2 дюйма, общее количество 20 штук. Самая маленькая у нас идет на 8. Самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм, 207 грамм. Надпись на головке 32 размер, GTC логотип и номер по каталогу. Головки под 1/4 дюйма у нас общее количество 12 штук. Самая маленькая у нас на 4. Самая большая идет здесь на 13 мм. Далее головки длинные. 13 головок под 1/2 и под 1/4. Самая маленькая у нас на 6 идет. И самая большая головка длинная на 22 мм. Покрытие глянцевое. Свечные головки. 3 свечные головки, 3 размера здесь. Есть у нас здесь головка на 14, 12-гранная свечная. Есть у нас на 16 и головка на 21 мм. Внутри головки имеют резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. Головки Торкс. 11 головок, то есть профиль Торкс. Самая маленькая у нас Е4 идет. И самая большая Е20. Переходник подбитый под 1/2 дюйма, под 1/4 я уже показывал с отверточной рукояткой. И еще есть переходник под 1/2 дюйма, также подбитый. Вставляете сюда нужную биту. Так, и биты под 1/4 у нас биты идут в пластиковых держателях, то есть они вытягиваются из набора. Здесь профиль Торкс, крестообразный Торкс с отверстием, шестигранники и шлицевые. И биты под 1/2. Здесь их меньше идет. Шестигранные, 2 биты Торкс,
4 шестигранные и одна крестовая большая. В нижней крышке все. В верхней крышке у нас идут вот такие вот пассатижи. Клещи с фиксатором еще их называют. Длина 210 мм. Далее пассатижи и кусачки. Здесь они в наборе очень аккуратные. Видите, такие не широкие. Сейчас я покажу вам обычные кусачки и пассатижи. Вот, сравните обычные. И вот идут из набора. Совершенно другое качество. И видите, они более утонченные. Не такие широкие, не такие массивные. Рукоятки здесь комбинированные. Резина-пластик. Черный цвет резина идет. И пластик. Но это, скорее всего, не цельная резина, а прорезиненный пластик сверху. Набор Кернер или выколоток вот такой держатели. Здесь общее количество их 5 штук. Ключи разрезные. 4 ключа разрезных. Размеры 10-8, 11-13, 14-12 и 17-19. И набор ключей комбинированных. Общее количество 17 штук. Самый маленький ключик у нас на 6. Самый большой идет на 24. Ключи комбинированные. Отвертки. 7 отверток идет в наборе. 2 маленькие, шлицевая, крестовая. Еще идут 2 крестовые, вот такая большая, и средняя отвертка. Здесь, по-моему, наконечники магнитные, то есть вот, без проблем поднимает головку. И рукоятки очень удобные. Вот эти выемки, когда вы ложите на стол, то рукоятка не катится вниз, то есть она фиксируется на столе и не скатывается у вас вниз. С обратной стороны маркировка отверток. Ну и, соответственно, отвертки также имеют номер по каталогу. Так, и среди этих 7 отверток у нас есть 2 отвертки ударные. Такой вот шестигранный профиль идет. И видите, с обратной стороны на рукоятках металлическая бляшка. 2 ударные отвертки. Крестовая и шлицевая. И еще одна маленькая шлицевая такая. По комплектации набор все вам показал. Очень хорошая комплектация. Популярный очень набор покупателей, особенно автомобилистов. И очень часто его берут на СТО. Хорошие отзывы о данном наборе. Кейс. Кейс пластиковый, красного цвета. Широкие зависы. Внутри зависы имеют металлические штыри. То есть это тоже продлевает их срок службы. И запирается набор на 4 металлических замка. На замках также логотип GTC присутствует. Так, все зафиксировали. Сейчас зафиксируем хорошо отвертку. Не до конца ставим. Инструмент держится. То есть только если до конца вставляете, потому что отвертку до конца я не ставил. Набор не маленький. Вес набора 14,3 кг. Ширина кейса 56 см.
длина 41, высота кейса 12. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить замок. На верхней крышке логотип GTC, 156 предметов, сделано в Тайване. Спасибо, что смотрели наш видеообзор, ставьте лайки. За подписку мы делаем хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.